Привет, с вами Алексей Генетик. Сегодня в обзоре я хочу вам рассказать, что нужно сделать для того, чтобы подготовить санузел к ремонту. В данном случае санузел находится в новостройке. Тут сделан кое-какой ремонт, стены просто покрашены, сделана сантехника, установлены ванная, раковина и унитаз, полотенцесушитель, ну и собственно весь ремонт. Ну что ж, поехали! Я поэтапно начну показывать, что я делаю, и комментировать, для чего я это делаю и как я это делаю. Первым делом я начал с демонтажа. Убрал ванну, убрал раковину. Кстати, унитаз я заказчикам пока оставил, чтобы какие-то следы цивилизации у них все-таки еще остались. Потому что на этой квартире я одновременно еще делал и кухню, и там полностью все было демонтировано. То есть одни голые стены, ни раковины, ничего нету. Здесь в дальнейшем будет монтироваться инсталляция. Когда я ее поставлю на Сибит, я буду ставить им временно каждый день унитаз. Ну, на всякий случай, они все-таки договорились с соседями и в крайнем случае, что могут сходить в туалет к соседям. А теперь немножко о моем канале. Мой канал полностью посвящен ремонту, отделке, строительным работам и строительству. На канале я только выкидываю свои видео, показываю, как я работаю, что я делаю, как я это делаю, ну и рассказываю, как я работаю. Всю работу я выполняю самостоятельно. Я мастер с хорошим стажем, у меня опыт работы достаточно большой, поэтому своим опытом я хочу поделиться с вами. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересного. Спасибо за внимание. Поехали дальше. Трубы водоснабжения и канализации также полностью были демонтированы, так как все коммуникации будут прокладываться именно под этот ремонт. Здесь планируются глобальные перемены, и ремонт будет очень интересный. Не забудьте подписаться на канал и смотрите видео, как здесь протекает работа, что здесь делается, как меняется этот санузел. А в дальнейшем будет видео о готовом ремонте в этом санузле, и вы посмотрите, что из этого получилось. Стены в данном санузле покрашены. Так сейчас делают многие застройщики. Не заморачиваются с ремонтом, а просто шпаклюют стены и красят. По крайней мере, первое время покупателям квартир можно ходить в туалет и в ванну, где чисто и аккуратно. И как у людей появляются какие-то финансовые возможности, они уже делают ремонт именно под себя. Переходим к обдирке стен. Стены в данном санузле покрашены акриловой краской, поэтому снятие краски не составит большого труда. Для снятия краски я использую скребок с ручкой, куда вставляются канцелярские лезвия, и распылитель, то есть емкость с распылителем для нанесения воды на стену. Стену смачиваю водой и скребком снимаю краску. Все легко и просто. Не забываем о средствах защиты. Обязательно при обдирке краски используйте респиратор, иначе вы надышитесь пылью, что повлияет на ваше здоровье. Готово. Стены очищены от краски и готовы к дальнейшим работам. А я перехожу к демонтажу кафельной плитки с пола. Плитку демонтировал, теперь беру мешки под мусор и складываю туда плитку. Все это на выброс. После демонтажа плитки на полу остался слой клея. Сейчас соберу плитку и буду перфоратором снимать слой клея с пола.
клей снят. Теперь берем щетку, шпатель и собираем мусор. Если есть у вас строительный пылесос, желательно все это пропылесосить. Если пылесоса нет, то просто прометаем это все венчиком, но хорошенько, чтобы пыль полностью убрать. Сейчас я полностью пылесосом уберу весь пол, соберу пыль, прогрунтую пол, и все подготовительные работы будут завершены. Если вам видео понравилось, поставьте лайк, если не понравилось, поставьте дизлайк. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите комментарии, задавайте свои вопросы, я обязательно вам отвечу. Кстати, следующее видео о этом санузле будут сантехнические работы, так что не забудьте посмотреть и узнаете много нового. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!